Американский Сенат издал резолюцию 175 о признании и поддержке территориальной целостности Грузии. Они также считают, что Южная Осетия и Абхазия оккупированы российскими войсками и призывают их покинуть территорию. Вы бы хотели, чтобы российские войска покинули Южную Осетию? Я бы не хотела, чтобы российские войска покинули Южную Осетию. Я это не представляю вообще, как они могут нас покинуть. Конечно, я не хочу, чтобы российские войска ушли из Южной Америки. Не то, что не хочу, я это даже не представляю. Если бы не российские войска, мы бы, наверное, и не были сегодня в живых. Россия была с нами, будет и есть с нами всегда. Меня зовут Габараева Ирина, я жительница Южной Осетии. Я против того, чтобы русские войска покинули Южную Осетию, потому что они защитили нас от агрессоров, то есть грузинских войск. Нет, конечно. Российские войска – гарант нашего мира и нашей жизни, в конечном счете, я так считаю. Меня зовут Дьёева Евразия Григорьевна, житель города Цхинва, республики Южная Осетия. Я бы никогда не хотела, чтобы российские войска покинули Южную Осетию. Как вы думаете, что бы произошло, если бы российские войска не находились сейчас на территории Южной Осетии? Если бы российские войска сейчас не находились на территории Южной Осетии, наверное, было бы опять кровопролитие, потому что на всех границах у нас стоят они и защищают нас. Мы очень благодарны России и хотим, чтобы они были всегда с нами, и в трудный момент, и в горечи, и в радости, и всегда, и везде. Если бы российские войска покинули Южную Осетию, то жители Южной Осетии, я считаю, чтобы большинство уехало на территорию России. То есть покинули бы Южную Осетию насовсем. Я думаю так, что российские войска, если бы ушли, то даже бы не прошло и часа, у нас бы началась война, я так думаю. Что бы произошло на территории Южной Осетии, это вообще не сказать. Если бы это гарант Южной Осетии, если бы не российские войска, то бы мы не были бы спасены. А сегодня мы спасены. Благодаря Путину и Медведеву огромное им спасибо за то, что они нас спасли, и войскам Российской Федерации. Хотели бы вы, чтобы Северная Осетия и Южная Осетия объединились? Северная и Южная Осетия – это, конечно, одно целое. Я бы очень хотела, чтобы мы еще сплотились сильнее и объединились сильнее, чтобы были дружно, мирно и делили все свои радости и горечи вместе. Северная Осетия и Южная Осетия должны быть вместе. По-моему, это считает так каждый осетин, проживающий на территории Северной и Южной Осетии. Северная Осетия, Южная Осетия – это единая республика в конечном итоге должна быть, потому что мы осетины, и все осетины за то, чтобы объединились две республики. Это вопрос только времени объединения Южной и Северной Осетии, потому что я думаю, что недалек тот час. Объединение Северно-Южной Осетии и так мы уже объединены. 99,9% граждане Южной Осетии являются российскими гражданинами. Они полностью граждане Российской Федерации. Почти что они воссоединены. Как вы думаете, улучшается ли жизнь в Южной Осетии после войны в августе 2008-го? Жизнь в Южной Осетии, не то что думаю, я уверена, что улучшится. Я верю, что через несколько лет, может 2-3 года спустя, Южная Осетия будет одним из самых красивых городов в составе Российской Федерации. Я в это просто уверена. South Ossetia is being rebuilt. The bank.
Я думаю, что жизнь Южной Осетии улучшилась после войны в плане того, что люди понимают, что они уже защищены войсками Российской Федерации, и они уже спокойно живут в своих домах и не собираются никуда уезжать, потому что они чувствуют свою защиту. Ну, на сегодняшний день, благодаря российской армии, благодаря войскам, мы себя чувствуем защищенными. Хотя бы вот это уже играет на то, что у нас жизнь улучшилась. Конечно, после войны 8-го года, конечно, улучшилось. Ведь мы защищены. Конечно, мы спим нормально, не думая то, что ворвутся к нам варварские войска Грузии. Конечно, мы спасены. Это гарант Российской Федерации. Мы спим, живем по-цинвальски. Трудимся и живем, как можем. Что бы вы хотели добавить еще от себя? Я хочу, чтобы никогда больше на территории Южной Осетии не было ни войны, ни кровопролития. Чтобы народ жил дружно, чтобы любили друг друга, чтобы уважали друг друга. И вместе с Россией, чтобы мы шли вперед и вперед, вместе с нашим президентом, которого я очень сильно уважаю и люблю, Эдуарда Джабеевича. Меня зовут Кэти Сланова. Я коренной житель Южной Осетии. Я очень люблю свой город. И я готова за него отдать последнюю каплю крови своей. Я бы хотела добавить от себя, чтобы все люди в мире, и в Америке, и в Грузии, и в Южной Осетии жили с миром и не воевали между собой. Я против войны, я против войны, но я за мирную жизнь на земле. Хочу отдельное спасибо сказать Медведеву и Путину. Это очень умные политики, которые защитили да, Южную Осетию. И весь народ Южной Осетии им благодарен. Особая благодарность Путину и Медведеву. Хочу добавить, что мы очень прекрасно живем и жили бы. Если бы не верха настраивали вот эти народы, мы бы прекрасно жили. И от себя еще хочу добавить мира всей планете. Я бы от себя хотела добавить, чтобы на земле был мир, взаимоотношения, чтобы друг с другом было нормально, чтобы больше войны никогда никто не видел. Допустим, спасибо. Я ранена, и никому я не желаю, чтобы кто-то еще видел войну. Мира, счастья и любви всем нашим народам. Большое вам огромное спасибо, вам тоже, за то, что вы наши истории передаете туда, куда следует. И вам огромное спасибо. Бузнек. Всех благ. И вам, Бузнек. Батрас Курьев, Цхинвал. Спасибо. Пожалуйста. Joe Mestis, Цхинвал, South Ossetia.